Дорогие друзья, здравствуйте, это Максим Шевченко. Я хочу вам сказать, что многое в этой жизни меняется, но кое-что остается неизменным. В частности, неизменным остается то, что 6 октября мы с вами увидимся в Баку. Поменялись же два момента, на мой взгляд, очень даже это неплохо. Первое, мы увидимся с вами не во дворце имени Гейдара Алиева, а в международном центре МУГАМА. И второе, мы увидимся с вами не только 6 октября, но и 7 октября. Напомню, что это будет вечер встреч, посвященный памяти Гейдара Джемаля, великого сына азербайджанского народа, русского народа и, в общем, великого философа и поэта наших дней, которого мне довелось очень близко знать. И кроме этого, поговорим с вами о том, о чем вы захотите. Вы сможете задать свои вопросы, естественно, как всегда, получите на них прямые ответы. Билеты во всех кассах города и в Международном центре МУГАМА.